Всем привет! С вами снова ветеринарный врач-орнитолог Чугуевский Владимир Владимирович. И я продолжаю свой небольшой цикл про байки сельского ветеринарного врача. Это, так сказать, то, что я пережил, то, что я, так сказать, почувствовал на собственной шкурке. Итак, байка номер два. Приезжаем мы на одну отару, ну, с плановой проверкой, с плановой, скажем так, обработкой лошадей от гельминтов. И вот надо обработать одну лошадь от гельминтов, то есть сделать ей противоглистный укольчик. Ну и я человек уже опытный, уже делал это не раз. И иду, скажем так, за чабанский домик. Возле чабанского домика стоит молодой ланшачок, и его на привязи держит сын чабана. Ну как держит на привязи? На шее лошадки перекинуты веревочки, он за эту веревочку держит этого молодого ланшака. Я подхожу к нему, получается, с левой стороны от лошади, в область лопатки, делаю укольчик и только чувствую здесь такой бабах. И чувствую, что меня унесло в сторону. Так рассказывают те, кто остались в чабанском домике, когда видели в окно. Им показалось, что возле окна пролетела фуфайка. А мы как раз были в специальных фуфайках, это специальные спецодежды, которые выдают ветеранам врачам. Ну и в общем... Он передними копытами меня стукнул. Тут даже, в принципе, остался небольшой шрамчик. Это хорошо, что передними копытами. Получи я такой удар задними копытами, меня, возможно, уже и не было. Ну, в общем, меня отнесло. Я быстренько пришел в себя, очнулся, как так, ну вот так. Ну, все в порядке. По крайней мере, укол сделать удалось. Но я за это получил сполна. С двух копыт, так сказать. Поэтому имейте в виду, когда подходите к молодой лошади, она еще, в принципе, даже не в уздечке, а просто на веревочке, и вы в первый раз, либо ей вообще делается в первый раз, то лучше все-таки ее фиксировать. Может быть, даже в какой-нибудь специальный загон. Ну, в такие загоны, знаете, как у лошадей берут кровь. И в таком же загончике, в принципе, можно делать прививки и обработки. Так что берите на заметку, подписывайтесь на мой канал, будьте в курсе всего интересного, полезного и даже веселого и поучительного. С вами был ветеринарный врач-орнитолог Чугуевский Владимир Владимирович. Всего хорошего, ставьте ваши лайки.